Эй, чувак, ты чё, уборку засеял? Сейчас же 2018-й, очередь ботана. Да нет, я зимние вещи убираю. Ещё ж апрель. Пуховик хрен с ним, но санки с лыжами я бы ещё оставила. О, потащили бабоньки. Чёрт! Когда-нибудь я выкину нафиг весь этот хлам. Когда-нибудь я выкину нафиг весь этот хлам. Камера. Что-то я не припомню у себя такую. Еще и название такое странное. Надо погуглить. Оливия, ты опять мне оплатила за Wi-Fi? Сейчас же 2018-й. Очередь ботана. Окей, а денег мне на телефон кинула? Я ж просил. Ну, не... Ау! Оливия! Я говорю не... Да сколько их там? Ладно, я понял. Пойду в кафе тогда. Да, давай. В интернете ни одного упоминания об этой модели. Даже на все стрёмные камеры .ru ничего нет. Ладно, сейчас разберемся. Так, вон какая-то ТП-шка сидит. Да успокойся ты, оставь бедный цветок в покое. Боже мой. Да, чувствуете этот аромат ванили? Мерзость. Но фото получилось. Ты это мне сказал? Ты это мне сказал? Вообще-то я твой босс. Да пошел ты. Вот мне... Так, а это что за усатый хер? Видимо, какой-то крутой бизнесмен. Я с тобой работаю, просто идиот. Обожаю фотографировать людей, когда они едят. Федя, пошел в жопу, Федя. Mother of God. А можно счет? Можете не платить, хозяин все равно только что умер. Я увольняюсь из этой дыры. Я устал от этих фокусов. В общем, я вызвал скорую и ушел. Да ну, фигня какая-то. Такой дичи даже на ТВ-3 не показывают. О, пицца приехала. Сраный шарик. А, здравствуйте, мы поздравляем вас, вы стали юбилейным... заказчиком нашей пиццы в этом году. О, нормас, типа тысячный покупатель. Ну, типа тысячный, только десятый. Такую дрянь особо кроме вас никто не ест. Поэтому мы дарим вам эти шары и сертификат на бесплатную пиццу. Сфотографируйте нас. Окей. Во, а теперь давай на нашу суперкамеру. Ну... Хорошо, только не дергайтесь, что фото получилось. Но я же говорил, что лучше... Охренеть, ты его убил! Не убивала я его? Это все она! Капец, я не хочу в тюрьму! Там же это, два стула! На одном пики точеные, а на другом... Хватит болтать, надо что-то делать с телом. Давай заберем его в простыню и вынесем незаметно. Так, сколько человек знает, что ты заказывала эту пиццу? Да там только доставщик и повар. Если это вообще не один и тот же человек. Стой! Сейчас я повернусь, и он будет стоять сзади. Так во всех ужастиках было. Но... А, по***й. Фух. Ему просто стало хреново, вот он и прилег. Отпустил и ушел. Мы это всегда, когда их пиццу ем. Слушай, давай разделимся. Я пойду налево, а ты направо. Ты чего кино совсем не смотришь? Нам тогда точно конец. Оливия! Что? Ага! О! Ты серьезно? Да что? Я вообще-то пиццу заказывала, пока ты со своей камерой не приперся. Приятного аппетита! Оливия, лови! Хэштег парень подарил цветочки. Хэштег мило. Подвиньте. Да,
блин, я же просил мне не мешать. У меня скоро самый главный экзамен в жизни. А ты что смотришь на меня? Доставщик пиццы тоже мне. Вот ты не учился, а теперь пиццу всю жизнь можешь разносить. Неудачник. Кажется, провалил ботан свой первый экзамен. Он никогда на фотках хорошо не получался. У него в инсте в подписчиках только брендовые часы. Точно. Зеркало. Эй! Ты что-то говорил про зеркала? Ага. Не переживай, у меня есть одно в косметичке. У тебя есть косметичка? Ну ты и тварь! Хотя да, ты прав. Дерьмо случается. Бежим, сирота! Черт, ключи у Брайана! Не в этот раз! Не в этот раз! Задолбало! Нет! 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 Ну что тут получилось-то, показывай. Ну это моя нерабочая сторона. И лицо у меня тут как у свиньи. Ну в принципе как всегда. Короче, давай перефоткаемся. А, точно. Нет! Ну давай! Давай, фотографируй! Ну же, давай, фотографируй! Чего же ты не фоткаешь, урод? Фото на паспорт готово. Неловко вышло. Хей, ну Брайан облажался. Ну ладно, если тебе понравилось это видео, ставь лайк, а также подписывайся на канал, чтобы не пропустить самые новые видосы. Но я пойду выброшу все камеры в этом доме. Пока.